Ой, слышу, слышу. Чего? Опять тут где-то засел. Не, я ушел, Где? я же телепорт. Ты конь! У меня есть шуга, пацаны. Погнали, 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 погнали. Пошли, эти, пошли, покажи. Иди сюда. Он это не знает, дычка. Никого же как-то не. Лол. Мы же идем вначале тогда в нашу. Давай уж тут посидим, посмотрим. Да он будет мучиться. А в нашей там как бы проходе из двух сторон. Погнали. Не, ну это можно подсказать. Ну и потом в нашу тогда. Ушел, да? Ну, давай, давай, да, давай в нашу. Или да давай я к тебе. А потом в нашу. Он додумается, как сюда, потом в нашу пойдем. Давай. Я потом ему граффити оставлю. Ну, правда, через. Я уже вышел. Не-не, он через 15 секунд выйдет. Я ему оставлю граффити. Что ты врешь? Я ему граффити оставлю. Мне интересно, где у нас десантура появляется? А, ты прямо там рядом. Ну он не поймет все равно. Приглядись его внимательно, посмотри в эту доску. Там граффити. Не понял юмора. Не понял юмора. Так, давай только не делай. Как? Побежали в нашу, побежали в нашу. Идем здесь. Это очень плохая идея. Вова, нет, ты сейчас палишь, а он за мной бежит. Подожди, подожди. Что за прикол? А как уйти? Всего телепорт какой-то нашел, алё. Как ты попал в этот телепорт? Зашел. Я телепорт нашел, Сева нашел. А, ты сам туда зашел. Не надо, не надо. Ладно. Он меня не спалил. Да, он тебя не спалил. Ну это ж Сева. Вот так бьет, вот так бьет. Он зашел к тебе. Привет. Слышь, пока. Морг, иди сюда. А, я ору. Знаешь, я прям по таймингу прыгнул. Сима пешком побежать решил. Беги, беги, Вова, нет. Вова, беги. Это все топло. Побежали. Пока. Знаешь, он может так делать. Вот так, да? Да он пока додумается. Зарез. Бедняга. Я забыл, там же двойной вход. Красть ты утиный, иди сюда. На току так подшибло. Там как бы два выхода, Сев. Да блин, я забыл. Стоять! Сколько ты карасины? Нет, нет! Нет! А сколько он умрет? Да пока! Жить хочу, Сев, жить. Она не работает сразу. Когда она работает? Сколько тебе заплатить надо? Сначала надо помыть пол. Пол помыл, она заработала. Он не знает, как теперь ТПшнуться. Серьезно? Семья, я в конвейере. Ой, Зебер, на шифте он идет, на шифте. Ладно, я поехал. Представь, сейчас разобьешь об стену. Да вряд. Чего? Ты серьезно? Ну да, это самый лучший телепорт. Он тебя потерял. Я не удивлен. О, чё? Ладно, я... это жестко. Это ямбус. Ах ты, пёс. Знаешь, так сказал? Сил в уход пошел. Да блин, он же меня видит. Сил. Тут нет телепорта? Он... Крылка-то некрещенная. Три, два, один. А
А надо будет еще как бы вместе лететь, понял? Он знаешь чему? Нет, он заразил. Не знает, что, он что я хочу сделать. Я понял, что он заразил. Ну ты вот сюда видишь, вот снизу что? Надо на вместе, одновременно, понял? Одновременно. На три, на счет три, когда скажем, раз, два, три, мы прыгаем. Ну типа того, и нас всех засосет. Кроме Себы. Он не рядом. Хнём. Я долблюсь в эту. Она просвечивается, да. Она просвечивается. Там ничего нет, просто лестницы. Мы не там. Ну да. И поэтому тут граффити это, внутрь идет. Он, я тебе говорю, он не знает, как сюда попасть. Ой, телепорт спрыгнул. Бедный. Ты нас видел, хоть Сев? Сев, ты нас видел? Нет. Как я мог вас видеть, Сев? О, слышу. Чего? Телепорт, Сев. Телепорт, алло, это не там. Сев, это не там, чтобы ты не мучился. Раз. Давай, три. Нет, назад. Беги быстрее. Иди сюда обратно. Не надо, не иди. Беги сюда. А вот как сюда, кстати, попасть? Куда попасть? Туда, да? Ну давай, по-моему, смотрим вместе. Губа. Ты серьезно? Здравствуй. Ты сам плюс. Да, знаешь. Ты мне... Ну я так и думал. Плохо думаешь всего. Пока он сюда залезет, полгода придет. Алло, дорожка ж там. Пока. Ну и что за юмор? Самый русский. Все. Стоп. Хочешь прикол? Хочешь, конечно. А он тебя не хочет. Ты застал? Ой, какашка. Два хп. Серьезно? Матерь божищина. Женщина. О, нет! Иди. Втыкайся вправо, Я должен. Да ничего ты не должен, не переживай. Какашкины. Я пойду Севу быренько призову. Я тебя Сева граффити оставляю. Прям он уже бежит. Он побежит, он бежит. Конвейер. Он не видел. Да, Сева, мы в конвейере. Сева, выйди на этот перекресток. На перекресток. Он где-то снизу. Вот он, Сева, вот он я. Сев, зайди в ближнюю комнату рядышком. Беги! Ты хочу, я гадю! Какой юмор! Че жестко! Что за веселье? Самое натуральное. Там уж меня был, ты что гонишь? Нет, это уже другой Сев. Лёх, я тут это, я чё, телепорт держу? Вот за мной, прямо картошечка маленькая. Давай, на счёт три. Раз, два, три. Да. Что за раз? Телепорт меня, ты пыхни меня, телепорт! Нет. Я сейчас умру. Ай, это Вова, давай. Готовься. Вова, беги! Не телепортируйся. Нет, Вова, это очень плохая идея. Ты чё творишь? Какая стоянба? Ты меня подставил. Я? Да. Сейчас заплатишь. Я сейчас получу, слышишь, этот маньяк слишком дерзок. Пока. Сейчас. Бля. Я, кстати, тоже прятался там же от тебя. Нет, Сева. Симон, трёшка, а Симон? Да, как он этой картошкой. Слева телепорт. Да, я в телепорт зашёл. Там
пошел. Прыгни тоже, прыгни тоже, прыгни. Ты типа, зачем он мне нужен? Типа. Пока, Сев. Это какая какашка? Самая натуральная. Ой, да. Где выход-то? Какая? Ну ты и крендер, Сева. Десять кп, я тебя умоляю, Сева, не смеши меня. 10 кп, ёбаный ты банчик. 10 кп. Народ, тут не все нычки знаем, капец. Да понятное дело. 10 кп, Сева, ты вообще обморожи. От мороза. Сейчас у тебя вообще ничего не станет. Опять тут где-то засел. Не, я ушел, я же телепорт. Ты конь! Обозрал таком. Че не телепортирует? Телепортни уже! Придурочное ведро. Капец, такие тут бацы. Я его че порезал? У меня есть шуга, пацаны. Меня назад еще тянет до кучи. Я сейчас вырву, блядь, не. У меня есть шуга пошла. Как ты вставай, тёта жёстко.